Человек нового времени. Под таким девизом сегодня начал свою работу форум новаторства. Мероприятие проходит второй раз и в этом году посвящено человеку нового времени. Человеку, создающему новые возможности. Основной целью форума является повышение интеллектуального и креативного потенциала населения республики через идею новаторства. В рамках программы запланированы лекции, круглые столы, дискуссионные площадки и семинары. Мы видим, ну, там это те основные идеи. Почему мы выбрали именно эту тему? Потому что на сегодняшний день стоит острая задача развивать самого человека как личность, как индивида. Если у нас будут в республике, в столице люди, которые готовы вносить что-то новое, которые готовы предлагать идеи, новшества, то и вот те сферы, которые мы сегодня затрагиваем, они будут развиваться путем развития самого человека. Развитый человек будет развивать все свои сферы жизнедеятельности, как говорил наш глава республики.